Твой путь, значит, инициация предполагает совершенно разный полубезумный поступок. Проблема фанатов, мнящих себя истинными знатоками, настоящими болельщиками, давно назрела. Люди приходили в основном попереживать, там, поохать, там, ах, там Саша Маркин не забил, там, или Андрюша Редковуз промахнулся. Простые люди старались все равно идти там пешочком, потихонечку, а это вот, знаете, такой раскач. Я ему всегда удивляюсь, думаю, а если он свалится, этот трамвай, это же страшное дело. А матч, кстати, удачно выдался поначалу для «Зенита». 2-0 вели, и после второго мяча полетел у нас всякий скам, там мороженое, пирожки, яблоки. Ленинградские жлобы, заткните свои пасти, не то получите люлей. Смотри, Макс, за 30 лет в этом благом ничего не изменилось. Наши – это ленинградцы, это сине-бело-голубые. Это тот клуб, с которым мы будем отныне и навсегда. Именно в эти минуты и прозвучала фраза Павла Садырина. Проиграли финал, зато выиграем чемпионат.